Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в секретной лаборатории изучения пива. И сегодня мы продолжим знакомство с пивом, которое пьют в Доминикане. Поехали! В прошлом видео у нас был обзор двух пив Президента, Президента Лайт и Президента Пилснер. Что я хочу сказать по этому поводу? Для жаркой погоды отличное пиво, ну а так, в принципе, оно, конечно же, пустоватое. Хмелька бы побольше, особенно, конечно же, в Лайт. Приписка Лайт, она свидетельствует о том, что у пива низкое содержание углеводов, насколько я понимаю. И вот сегодня у нас будет пиво Курс Лайт и пиво Кордон Гард. Курс Лайт — это американская пивоварня. У нас одно время продавалось это пиво в красном и белом. Только варилось оно в Соединенном Королевстве по лицензии, не в США. А это, я так понимаю, баночка сварена в США, так как от Доминиканы до США путь поближе, чем до Соединенного Королевства. А Кордон Гард — это у нас Испания. Давайте убедимся сейчас в этом во всем. Штрих-код. Импортер и дистрибьютор — Республика Доминикана, United Brands, S.A. San Martin. И здесь у нас штрих-код. Ну, здесь написано, что это Испания, Валенсия. 4,5 алкоголя у испанцев и у американца. О, американца я в упор не вижу, сколько, какой процент алкоголя. Может быть, вы увидите. Я не вижу. Ну да ладно, открываем, наливаем. Про пиво Кордон Гард я даже в принципе не слышал ничего, так как в Испании бывать не приходилось, в Доминикане я это пиво не видел. Ну а пиво Курс Лайт, конечно же, доводилось попробовать. В красном и белом пиво Курс Лайт продавалось по 79 рублей, и я запомнил, что вот уникальная фишка — вот эти вот, скажем так, голубые горы, когда цвет становится таким, знаете, светло-синим или голубым, а это пиво можно употреблять. Но заморозили мы его от души. Давайте пробовать. Обратите внимание, такой светлый лагер. Аромат сладковатый, солодовый, такой пустоватый. Еще какая-то сладость присутствует здесь. Карамелька небольшая такая, знаете. Чувствуется карамельный солод. Пробуем вкус. Тоже такое легкое, спокойное, приятное, ненавязчивое пиво, которое замечательно будет питься где-то на берегу океана. Легкое, приятное, в послевкусе чуточку карамельки, по-моему, в нашем курсе этого не было, который варился в Соединенном Королевстве. В целом, нормально, на берегу океана сойдет. Ну и Кордон Гард, обратите внимание, тоже такой светлый у пива цвет, ну, более такой золотистый. Пиво пахнет солодом, с элементами чего-то такого сладкого. Возможно, тоже нотки карамельного солода. Сладковатые ноты карамели. Пробуем вкус. Вкус приятный, такой, знаете, легкий, но при этом довольно-таки содержательный. Я не назову это пиво пустым. 4% алкоголя, сбалансированное солодовое тело с таким чуть-чуть заметным карамельным привкусом. Вкусно. Вы знаете, мне понравилось. Такое пиво, пожалуй, можно пить и здесь. Че нам Испания до Доминикана? Когда мы их еще увидим? Увидим ли? Друзья мои, сегодня у нас был обзор еще двух пивцеринов из Доминиканы. Мы попробовали Курс Лайт, он точно такой же, который продавался курс у нас в красном и белом. А вот пиво Кордон Гард мне понравилось чуть больше. Никаких побочек, никаких посторонок. И такое приятное, знаете, солодовое тело с включениями карамельки. Определенно стоит обратить свое внимание на это пиво, если вы вдруг окажетесь в Доминикане или в Испании. Я так думаю, испанский, доминиканский антураж, он еще больше будет способствовать раскрытию каких-то интересных ноток
у этого пива в его вкусе и аромате. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, друзья мои, если вы смотрите нас на YouTube. Если смотрите в Дзене, колокольчик не нажимайте. Там его нет, просто подписывайтесь, не забывайте ставить лайк и писать комментарии. Всем добра, друзья, всем мира. Увидимся за дегустацией новых пивцеринов.